эпоху цифровой трансформации искусственный интеллект играет важную роль в развитии нашей страны. Научное сообщество сотрудничает с государством и бизнесом, чтобы изучать, развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта в различных сферах нашей жизни. Мы надеемся, что сегодня в ходе конференции всем нам удастся расширить свои представления о проблемах и возможностях в области информационной безопасности и доверия при использовании искусственного интеллекта.